Всем привет, как всегда Влад, и вы на моем канале. Сегодня мы проходим ваше задание. Перепрыгни тележку на 66 уровне. Так, быстро пробегаем сюда, чтобы отойти. Двойным прыжком перепрыгиваем. Следующее задание. 56 уровень за 5 прыжков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Комментарий можешь читать. Привет, я Витя, а я Влад. Можешь, пожалуйста, снять гайд двойного прыжка с места? С места именно. Да, короче, надо вот так вот. Двойными прыжками надо гайд на одном месте. То есть я не нажимаю на стрелки, но просто прыгну двойными прыжками, если ты хочешь так с места не буду. И с места это надо не двигать стрелочки. А если тебе надо идти, то это надо будет делать вот так вот. То есть. Дальше у нас задание 67 на время без двойного прыжка. Заходим в 67 на время. И без двойного прыжка. Спидран. Помидор. Дальше 49 уровень без звезд и квадратов. По-моему, я такое проходил. Поэтому мы заходим на 49 уровень и проходим. Нужно отодвинуться в сторону. Вернее, тут идти прямо. Дальше мне удобнее вставать тут. Если вам удобнее вставать тут, вставайте тут. Мне удобнее вставать тут. Вот так вот перепрыгиваем. Дальше, чтобы так сделать, нам вот такие вот ступеньки. Двойным прыжком надо добраться, можно добраться до третьей, чтобы и тут двойным прыжком. 14 уровень без звезд и квадратов. По-моему, я тоже такое делала на видео, но я могу ошибаться. Очень близко к звездочке. Так, дальше 14 без звезд и квадратов мы прошли. А теперь надо 50 уровень со всеми звездами и желтым шариком. Поэтому у меня помидорку на желтый. И погнали к 50 уровень со всеми звездочками. Обычно мне дают такие задания без звезд, типа 50 уровень без звезд. А тут со всеми звездочками. Очень редкий тип. Ну, я не про тот тип, который автор, а который, типа, тип задания. Дальше 10 на время. Ну, на золото он написал. Ну, на золото, короче, вот это вот. Заходим сюда. Сокращаем время. И опять сокращаем время. Без звезд и без двойного прыжка. Так, не на время. Без звезд и двойного прыжка. Находим 31. Вот так вот аккуратно сбиваем квадратика. 20 на время. Ой, не 30. 20. И проходим его на время. Проходим.
Дальше у нас второй уровень без квадратов, последним шариком. Последний шарик взяли. Задание будет легкое, потому что там всего один квадрат. А, без звезд и квадратов. Значит, без звезд и квадратов. Второй уровень. И последним шариком. Вот это последний шарик. Сорок четвертый уровень на ГТ. Сорок четыре. И заход. Так, дальше у нас 55-й на время. И проходим. Так вот, запрыгни 52-й на время, запрыгни в корзину с костюмами баскетбольного мяча. Баскетбол. Надо, то есть, уровень пройти полностью, а потом баскетбольным мячиком там надо к разъеду запрыгнуть. На уровне 52. Надо взять хороший разгон. Вот так вот еле как запрыгнули. Теперь надо вот так вот и баскетбольным мячиком. Гол! Ладно, сделали. А кому ролик понравился, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!